В Рио губернатора ЕАО Ростислав Гольштейн пригласил выпускника Биробиджанской гимназии Дмитрия Воронина после окончания вуза на работу в областной центр. Напомним, молодой человек набрал максимальное количество баллов на экзамене по истории. Сейчас все силы направлены на поступление в Московский педагогический вуз на преподавателей истории и права. Вы выбрали такую очень значимую профессию, очень ответственную профессию. Но я надеюсь, что отучившись и закончив с успехом Московский университет, вы все-таки примите решение. Мы с вами, наверное, еще не один раз встретимся и вернетесь на землю Еврейской автономной области. Дмитрий сдавал 3 экзамена для поступления в вуз – русский язык, обществознание и историю. По всем предметам юноша набрал свыше 90 баллов. Как рассказал молодой человек, о возвращении в регион после учебы пока не задумывался. Моя семья остается здесь, поэтому не вернуться сюда не смогу. И я думаю, что с ностальгией буду вспоминать о регионе. Но сейчас сказать ясно ничего не могу. Все как повернется жизнь, как сложится. На выбор будущей профессии повлияла любовь к истории и хороший пример членов семьи, представителей целой династии педагогов. Близкие люди всегда поддерживали молодого человека в начинаниях и верили в его успех. Я видела, как он занимается, как у него получается, как он встречается с неудачами, как он старается их преодолеть. Возможно, я где-то подстегивала его к тому, чтобы он стремился дальше и дальше. Поэтому, конечно, мы очень рады, но это как бы результат его труда. Этот год для сдачи ЕГЭ был особенный. Из-за пандемии подготовка к экзаменам перешла в онлайн-формат. Но даже такие условия не повлияли на уровень знаний. Своим примером Дмитрий доказывает – все возможно, если усердно трудиться. Дарья Куприна, Богдан Патрин, Новости 21.